Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Kia Sportage 2012 года выпуска. Двигатель 2 литра, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 96 тысяч километров. Заменю на нем масло в коробке автомат. Сложного здесь ничего нет. В таком автомобиле я уже масло менял. Это был черный Sportage. Товарищ сказал, что никаких изменений он не замечал. Коробка как работала, так и работает. Но после замены масла был сильно удивлен. Коробка стала работать, действительно, говорит, стала переключать мягче, не стала затяжа, говорит. Хотя до замены, говорит, вообще считал, что коробка у меня работает отлично. Поделился со своим товарищем. Он говорит, а почему мы до сих пор у меня еще не поменяли? Вот поэтому заказали масло и меняем здесь. Повторюсь, в коробке фильтр не меняется. Чтобы его заменить, нужно снимать коробку и половинить ее. Находится он внутри. Открываю капот. Снимаю вот эти две клипсы. Вдавливаем. Потом, чтобы поставить их на место, обратно солдатики вот до такого состояния выводим и уже установим. Отодвигаю в сторону и вытаскиваю. Теперь отщелкиваю защелки крышки, откручиваю хомут, снимаю воздуховод и убираю крышку. Вытаскиваю фильтр. Откручиваю болт сбоку. Головка на 10. И поднимаем корпус. Обдую вокруг пробки грязь. Заткну воздуховод, чтобы туда пыль, грязь не летела. Откручиваю вот эту пробку сапуна. Головка на 22. Снимаю хомут с желтого патрубка. Вот она, желтая метка. Все, шланг расшевелил. Ну а теперь поднимаю автомобиль и сливаю снизу масло. Поднял автомобиль, снял здесь пластиковую защиту. Вот у нас сливная пробка, головка на 24.
Откручиваем ее. Масло темное, но не черное. Гарью не пахнет, но ежик на магните есть. Если вот показать, вот он ежик. Масло рекомендуется менять каждые 60 тысяч километров. То, что там написано на весь срок службы агрегата, это просто убивать коробки. Кто-то называет, как в комментарии написал человек, корейская одноразовая помойка. Не знаю, то, что слышу я от хозяев автомобилей. Хозяева очень довольны. Бюджет у всех разный, но то, что они берут за эти деньги, он вполне себя отхаживает. И по автомобилю я лично плохого тоже ничего не скажу. Пусть сцеживается еще маленько. Все, масло сбежало. Пробочку я помыл, почистил. Закручиваю ее на место и уже подтягиваю. Здесь я сливать с этой пробки уже не буду. Теперь опускаю автомобиль и заливаю масло. Слилось у меня 4,5 литра масла. Вставляю в воронку. Сапун. Снимаю шланг. Для чего снимаю шланг, заливая ее, чтобы масло через сапун не побежало наверх. А так воздух будет выходить, и все будет входить нормально. Масло беру оригинальное, АТФ СП4. Номер для заказа идет 04500-00115. Слилось у меня 4,5 литра, заливаю 4 литра. Все равно немножко масла побежало сверху, хотя и шланг у меня снят. Заливаю. Влил 4 литра масла. Вытаскиваю заглушку. Теперь одеваю шланг на место. Запускаю автомобиль и прогоняю его по всем режимам.
нажимаю на педаль тормоза и по всем режимам с задержкой до 5 секунд держу, чтобы через систему прогнало масло. А потом сливаем его, но сливать будем через шланги. Сниму обратно шланг, одеваем шланги и сливаем при запуске двигателя. Автомобиль заглушил, снимаю хомут, снимаю шланг, и одеваю шланги на трубку и в шланг 9. Одеваю шланг в шланг. Также одеваю шланг на трубку. Запускаю автомобиль. Сейчас немножко приподниму его. Ну все, один шланг у меня смотрит в тазик, а другой смотрит в канистру. Запускаю.
Все, как только воздух начал плевать насос, глушим автомобиль и заливаем масло. Снимаю шланги. На место шланг пока не одеваю. Беру масло, и теперь мы заливаем уже не 4 литра, а заливаем 4,5 плюс. Заливаем медленно. Вначале поторопился чуть-чуть, через верх потекло. А когда без спешки, нормально уходит. Заливаем. Так, масло я залил. Воронку можно убирать. Трубку я протираю. Также внутри шланга я тоже протираю тряпку с отверткой. Для чего? Чтобы у нас шланг не скользил на трубке. Одеваю на место. Одеваю хомут. Беру пробку сапуна. Здесь уплотнительно-резиновое колечко и закручиваю ее на место. Сильно тянуть не надо пластик. Смываю здесь все очистителем. Масло я залил заведомо чуть больше, чем нужно. Сейчас прогреваю автомобиль до 45-50 градусов в коробке. И сливаю масло. Ну, сливаю как. Откручиваю уровневую пробку, и излишки у нас стекают. Здесь пока не закручиваю, на случай того, если вдруг мне надо будет добавить масло в коробку, если я его залил маловато. Поднимаю автомобиль, запускаю, мерю температуру. Температуру замерю на трубках. Это у нас подача с коробки горячая, это с радиатора выход. Сорок четыре и пять, 37,7 разница температур. Перепроверю. 44,8. 39,8, 45,2, все, поднимаю автомобиль и сливаю масло, излишки.
Вот она пробочка. Поворачиваем ее против часовой. Ну вот видно, это излишки масла. Масло чистенькое, не такое, как мы сливали. И доводим его до тонкой струйки. Все, вот так оставляем и закрываем. Смываю подтеки. Опускаю автомобиль и прикручиваю воздушный фильтр. Включил камеру, она не включилась. Пыль я выдул, грязненно, но беспыльно. Болтик смазал здесь. Трубку забора тоже попадаем. И закручиваем вот этот болт крепления. Укладываем на место фильтр. Ставим крышку. Сразу ее одеваем на воздуховод. Прижимаем и защелкиваем. Защелки. Ставим на место воздухозаборник. Попадаем в пазы и вставляем клипсы. Закручиваю хомут. И на этом все. Замену коробки автомат я закончил. Всего вам доброго.